Сегодня с Вишен еще ведро 15-литровое нарезала вялых кончиков и сухих веток. Наверху, конечно, не достала, но что достала, нагинала, еще отсекала секатором. Сегодня ходила за хлебом, прошла по улице. На себя камеру поставлю. Прошла по улице. У всех вишня малиниозом поражена. Очень много веток сухих у всех. Прошла, посмотрела. Никто, смотрю, не обрезает. Никому это не надо. Ну, как малиниоз, так он и будет с ихних летать на наши. Обрезай, не обрезай. На следующий год опять прилетит. Вот я хочу показать, как зацвела. Горшечная моя. То, что я покупала. Два куста. Первый еще нет. А вот этот уже. Гергин. Вербена набирает бутоны. Пока еще не цветет. Это у меня в стакане полола, случайно выдрала цветочек. Даже два. И вот здесь вербена тоже. Это я в открытую грунт посадила около колокольчика. Надо посмотреть сегодня, огурцы надо рвать или нет. Вчера 3-4 я сорвала. А, висят. Каждый день начинают спеть вон какие. Раз, два, три, четыре огурца сегодня я сорву. А тут вот коронный. Я не оборвала коронный перец. Вот он растет, и пусть растет, ничего страшного. Не буду его прикусывать. Отличия никакого нет, что под сеном, что без сена. Один огурец кто-то заедает, что ли, или от жары он какой-то. Не такой. Странно. Что с тобой? Я тебя табаком посыпала золой. А ты кочевряжешься. Огурец. Картошка где-то, муж сказал, уже снизу желтеть начали листья. Это второе, только я здесь не вижу. Где-то он сказал, что уже листья желтые. Вот так мы набираем воду. Память закончилась, теперь я буду планшетом снимать. Я вот за воду сидел, кто не знает, сколько снимать могу. Да ладно. Меня никто не смотрит. У меня просмотров 20 штук, Володь. Муж бурчит. За воду, говорит. Обдерут нас, что мы поливаем огород. А с нас и так берут за воду. Типочки мои. Вот этот петух, который веревку съел. Веселый, хороший петушок стал. Прокакался, слава богу. Сегодня муж полил мне вот эту землянику. Все пересыхает. Сегодня 27 градусов днем жары. Капусты сажать пора. Она у меня никак не нарастает. Вон она у меня сидит еще маленькая.
А это вот мы досадили, чтобы была первая вот эта рассада. Оставили немощные вот эти. Тля жрет. Да тут совсем чуть-чуть ее. Придется ждать вон ту. И досадить еще два рядка. Морковку немножко продернула, но, конечно, это часто надо еще продергивать. Лягушатка. Свекла зашла, где пусто, где густо, но это я ее рассажу. Я ведь еще насеяла свеклы. Думала, плохо зайдет, а она и ничего зашла. Руками пропалывала я ее. Картошки сколько зашло. Это вот как семена. Мелкая-то. Вон еще одна сидит. Надо тоже выдернуть со стороны. А это кормовая свекла. Тоже надо разрешать. И куда-то пихать. По каким-нибудь обочинам. Где муж разрешит. Вчера ветер как поднялся, как полегли мои помидоры. Пришлось подвязать на маленькие коротенькие палочки. А баклажаны? Светкин сад. Вы спрашивали про наши баклажаны. Нифига они не растут. Вот. Вот. Три. Один муж срубил. Вот здесь сидел. Он его даже не заметил. Какой большой. Вот так вот у нас в нашем климате. Никаких баклажанов. За ними надо, наверное, как за грудным ребенком уход за этими баклажанами. Вчера поливал горячую воду. Ага. Я показываю, как ты льешь в банки. Вот так мы поливаем огурцы и помидоры. Помидоры пока еще не поливаем. Ну, помидоры пока да, их еще пока не надо поливать. Ой, сразу уходит вода. Ты думаешь, она поступает к корням? А мне кажется, она насквозь. А сейчас ты выйдешь. Сорву. Вот я собрала урожай. Вот каждый день понемножку мы снимаем. Млечник цветет очень-очень-очень. Поменяли местами двух петухов, отсюда засадили в клетку, а мелочи из клетки перевели в будку, потому что тех двух на выруб все равно, а это самая наша крайняя мелочь. Есть хотят, сейчас принесу. Кушать хотите, да? Вон там петухи сидят, головы только торчат. Хотели сегодня расплести сетку и соединить кур с цыплятами. Но что-то подумали, что они голодят.